السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول. Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверившим в день суда. Телеканал Катар и MBC представляют Умар Аль-Хаттаб. Это юноша из курайшитов. Лучший их боец, лучший всадник, лучший представитель своего рода. Я буду враждовать с ним, пока жив. Если же род Хашима будет противостоять нам, без сомнения, мы одолеем их. Запомни то, что теперь говорит твой дядя. О, Ибн Аль-Хаттаб. Я отрублю руки и ноги тому, кто скажет, что посланник Аллаха умер. Кто поклонялся Мухаммеду, то пусть знает, что Мухаммед умер. А кто поклонялся Аллаху, то Аллах жив и никогда не умирает. Кто ты, о великодушный человек? Умар ибн Аль-Хаттаб. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь. Исламский канал на YouTube Хайрун Медиа.